Официальным представителем МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирован факт уклонения от уплаты налогов на сумму около 8 миллиардов рублей. В совершении правонарушения подозревается руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению в аренду дизельных электростанций. Установлено, что в 2010 году на расчетный счет принадлежащей ему фирмы поступило около 25 миллиардов рублей от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием. Злоумышленник использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем оформления фиктивной сделки по приобретению арендных прав у подконтрольного юридического лица. Кроме того, подозреваемый организовал безвозмездный перевод на свои личные счета более 25 миллиардов рублей из активов данной подконтрольной организации и не отразил полученные доходы в налоговых декларациях. В результате реализации указанных схем ущерб бюджетной системы Российской Федерации составил около 8 миллиардов рублей. В отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов. С целью возмещения причиненного ущерба на денежные средства и имущество подозреваемого наложен арест. Ведется следствие.